Дженсен, я отслеживаю передачу данных в районе Хенша. Белл Тауэр тебя ищет. Эти козлы устроили нам засаду, Причард. Малик не выжила. Вот как, господи. Я понимаю, что ты наверняка захочешь отомстить, но если тебя заметят, если тебя узнают, лучше тебе им не попадаться. Sir. Дженсен? Дженсен, Всемирная организация здравоохранения советует всем, у кого есть импланты, обратиться в клиники Протез. С технологией биочипов возникла проблема. Это из-за этого у меня бывают глюки? У всех нас они бывают. Я пока не могу понять, почему. Ты пойдешь в клинику? Надо еще пару тестов проделать. Эй, я тебя знаю! Это тебя разыскивает Белл Тауэр. Я узнаю тебя по фото. Вы обознались. Если так, что мне за это будет? Я и закричать могу, мне не сложно. Но могу держать рот на замке за пару купюр. Вот, бери. Тебе повезло, что я не хочу поднимать шум. В противном случае нашел бы способ тебя заткнуть. Хотя еще не поздно. Много болтаешь. Можно было бы испугаться, но ты мне уже заплатил. Мэйгуа Жень. Не бойся, мы договорились. Деньги у меня, я буду молчать. Я тесный человек. Отойдите, сэр. Это вас не касается. Мистер Дженсен, это Хью Дэрроу. Прошу прощения за вмешательство, но Дэвид уверил меня в вашем желании сотрудничать и сохранять конфиденциальность. Мне нужна помощь. Я слушаю. В Хэнша есть мой человек. Не в тот район ты попал, Лао Вай. Назад! Не ведись на это дерьмо, это же рабство. Хью Дэрроу платит за твои импланты. Не в... I
Access granted. Access granted. Сум. Засум. Я все слышу. Access granted.
Иди, Лауай! Дальше не ходи, чужестранец. Вы меня разочаровали, Дженсен. Мне казалось, мы с вами друзья. А тут мой хакер пропадает. Половина моих людей погибает. И у вас не хватает вежливости хотя бы постучаться. Ребята из Bell Tower тебя ищут. Есть хоть одна причина, по которой я не могу тебя сдать? Да, Василий Шевченко. Первый раз слышу. У вас его рука. GPL-устройство в ней привело меня прямо к вам. Проклятые технологии. Один вред от них. Wrong woman, don't do that here. К сожалению, надо сказать, что бывший ее владелец не жаловался. Bell Tower предоставил нам его труп несколько недель назад. Bell Tower? Не Тайюн? Вовсе не Тайюн похищает людей с моих улиц, а потом задабривает меня отборными имплантами, чтобы я закрывал на это глаза. С Шевченко было еще 4 человека. У меня их имплантов нет. Может быть, они еще живы. И может быть, я помогу вам их найти. Продолжайте. У Bell Tower в порту 2 корабля. Они считают, что никто этого не замечает, но я-то все знаю. Каждые 2-3 дня один из кораблей ночью загружают, и он отплывает. И куда же? Умный человек спрашивать не будет. Я только знаю, что Хэй Чжэньчжу отплывает сегодня. Там, где он пришвартуется, вы наверняка найдете своих ученых. Понимаю, дареному коню в зубы не смотрят, но, Тонг, почему ты мне все это рассказываешь? Bell Tower уже давно меня задолбал. Так что надо вернуть им геморрой. С процентами. Так вот, рядом с этим зданием, в дальнем конце второго этажа парковки, есть дверь. Она ведет к порту через канализацию. Не самый приятный путь, но вы же понимаете, это Хэнша. У Bell Tower серьезная охрана. Как я, по-вашему, попаду на корабль? Один из моих парней оставит вам посылочку в грузовом отсеке. Когда найдете ее, я скажу, что делать дальше. Буду ждать, затаив дыхание. Идите по канализации до порта. Так проще всего проникнуть туда незаметно. Yeah.
Какого хрена тут произошло? Преградили путь пациенту. Granted.
Access granted. Там есть чему у вас поучиться, Дженсен. Тонг, как вы попали на эту частоту? Это древняя китайская тайна. Значит так, вы отнесете пакет в кабинет управляющего Вана, положите его на стол этому ублюдку и запустите. Все ясно? Ясно, что я оказываю вам услугу, а мне что с этого будет? Взрыв отвлечет охрану. Вы запрыгнете в грузовой контейнер и вперед. Но у вас всего одна попытка. После запуска таймера дороги обратно не будет, понятно? Понятно. Запускать, когда буду готов. Помада! Слышишь что-нибудь? Thank you.
Access granted. Этот спектакль был не только для меня, да, Тон? Ричард, я на некоторое время исчезну, пока не знаю, насколько. Почему? Ты что задумал, Дженсен? Есть зацепка. И куда именно эта зацепка ведет? You there! Get that cargo, clear the fire! We're pulling out now! Load and secure those pods! Отвечай, Дженсен. Куда ты собрался? Хрен меня знает, Причард. Хрен меня знает. Случайно не здесь? Дженсен, боже мой, тебя несколько дней не было слышно. Черт, где ты? Может, ты мне скажешь? Сейчас пропингую. Ты в Сингапуре. Что-то не так, Дженсен. Я тебя пингую, а через секунду твой сигнал пропадает. Словно ты в черной дыре. Видимо, генератор помех. Так и есть. Если найдешь передатчик и отключишь его, я смогу тебя отследить. Держать на коротком поводке. У меня есть дела и поважнее, чем помогать тебе следить за мной. Если Меган со своей группой здесь, нельзя терять ни минуты. Access granted. Представлению. Босс требует отчета по радиовышке. Показания сигнала стабильны. Плюс проведена полная диагностика. Все работает отлично. Регулярно все проверяй. Следи за работой.
знаю, но у меня таблицы с собой нет. В казарме оставил. Подтвердила, что причина этих нарушений связана с серьезной неисправностью многоканального биочипа периферической нервной системы. Она выступила с призывом немедленно обратиться в местные клиники протез для замены бракованных чипов. Информированные источники сообщают, что гигант рынка имплантов IU Medical не справляется с выпуском достаточного количества новых и совершенствованных чипов и не смогут. Access granted. Всемирная организация здравоохранения сегодня выступила с беспрецедентным аудиоинтернетом. Вот он, на соединении всего мира, выступало заявление о временной неисправности и неисправности. Элизабет Кулер, представитель ВОЗ, подтвердил, что причина этих нарушений связана с серьезной неисправностью многоканального биочипа в периферической нервной системе, устройство, передающего нервные сигналы непосредственно в неорганические ткани. Она выступила с призывом немедленно обратиться к местной клинике протез для замены бракованных чипов. Информированные источники сообщают, что гигант рынка имплантов Тайю Медикал. Возвращаясь к важнейшей новости этого часа. Access granted. Организация здравоохранения сегодня выступила с беспрецедентным уровнем имплантов. Выступило заявление о временных неисправностях и электростатических повреждениях. Элизабет Дюклер, представитель ВОЗ, подтвердила, что причина шаги.
Access granted. Побежать. Нарушитель пытается сбежать. Вон отсюда. В лаборатории таким, как вы, не место. И вам здравствуйте, доктор Колвин. Что такое? Погодите. Я вас знаю. Вы охранник шерифа. И хреновый охранник, надо сказать. Спокойно, док. Ваше спасение чуть было не стоило мне жизни. А теперь хотите вернуть меня обратно? А что, если я не хочу уходить? Что, если мне здесь гораздо лучше, чем у шарифа? А Василий Шевченко с этим бы согласился? Его казнили, а труп сбросили в канаву. Это ложь! Это правда, поверьте. Если эти убийцы не промыли вам мозги настолько, что вы и дальше захотите создавать для них игрушки. Это не игрушка. Это обновление программы, ограничивающей функциональность биочипа. Мне сказали это для управления поведением толпы. Василий действительно мертв. Вы видели труп? То, что от него осталось. Господи, надо было послушаться его. Доктор Колвин, насчет остальных членов группы, где они? Где доктор Рид? Эрик и Деклан здесь. Они живы, но нас не пускают друг к другу. Доктор Рид держит в режимной зоне, под охраной. Значит, охранников надо выманить, отвлечь. Может, авария в лаборатории? Что скажете? После того, что эти твари сделали с Василием? Конечно. Но небольшой аварии в этой лаборатории будет мало. Да. Но если взрыв произойдет еще в двух лабораториях одновременно? Деклан и Эрик? Конечно. Интересная затея, мистер Дженсен. Честолюбивая, но рискованная. Главное все сделать вовремя. Я скоординирую ваши действия, но вы должны понимать риск. Я не боюсь, мистер Дженсен, но есть еще одна проблема. Ваши GPL-сигналы отслеживают, да? Мне тоже интересно, как с этим справиться. Вы умный человек, как Василий. У него был план с помощью вируса нейтрализовать все протоколы отслеживания и генерации помех. Возможно, Деклану или Эрику что-то об этом известно. Мне не удалось найти Эрика Коса, доктор Колвин. Вы знаете, где его держат? Он работает в лаборатории на третьем этаже. Туда можно подняться на лифте. Но только со второго этажа. А охранники что-то говорили о том, что этаж будет перекрыт. С другой стороны, все эти нейроимпланты наверняка вам помогут. Доктор Колвин, мне нужно знать, что я могу вам доверять. Мне показалось, что вы были всем довольны, пока не узнали о докторе Шевченко. Прошло полгода, мистер Дженсен. Возможно, для вас это мало. Но сколько времени человек может жить в постоянном страхе? Когда нас выпустили из изоляции, стало проще сосредоточиться на работе. Вы все так себя чувствовали? Кроме Василия. И, возможно, Деклана. Но работа, которой мы занимаемся, дискуссии и теории. Мне казалось, что проекты Шарифа были перспективными, но эксперименты, которые ведутся здесь... О таком управлении перспективного планирования может только мечтать. И все это без надзора со стороны правительства. По-вашему, я обычный ученый, да, мистер Дженсен? Ученый, слепо переходящий границы дозволенного. Плевать, кто платит по счетам и как делаются наши открытия. Каждый из нас сам решает, чего он стоит, доктор Колвин. Вы правы, разумеется. Но разве в Детройте все было по-другому? Мы ведь с вами знаем, откуда брались все те контракты шарифа. Вы спросили, можно ли мне доверять? Можно, но вам лучше поторопиться.
Судя по всему, доктора Файерти в этом здании нет. Не знаете, где он может быть? Кажется, он в лаборатории биомеханики по соседству. Но чтобы туда попасть, не обязательно выходить на улицу. Между зданиями есть переход. Можете воспользоваться им. Хорошо. Ждите моего сигнала, доктор Колвин. Когда ваше GPL-устройство начнет вибрировать, приступайте к операции. Понимаю. И простите меня за мои слова. Изоляция позволила мне как следует сосредоточиться. И оборудование здесь самое. Ого! Мне казалось, таких как предрежетные зоны не выпускают. Нам говорили, что многие подопытные... Что вам нужно? Я же просил вас не врываться сюда. Неужели нового биочипа было мало? Доктор Кос, я здесь, чтобы спасти вас. Дженсен? От шерифа? Но нам сказали, что нас списали со счетов. Не совсем. Послушайте, Дженсен, меня заставили на них работать. Мне не хотелось создавать новый биочип, особенно учитывая, что он основан на исследованиях шерифа, но у меня не было выбора. Никто не сомневается в вашей верности, доктор Кос. Вы в курсе, для чего им нужен новый биочип? Точно сказать не могу. Они говорили что-то о производстве чипов Tai Yun Medical и дистрибуции через клиники Протез, но точно сказать не могу. Ничего страшного. Моя задача – освободить вас всех. Но чтобы добраться до Меган, я хочу, чтобы вы, Колвин и Файерти, инсценировали аварии в лабораториях одновременно. Но это же рискованно. И потом, как мы сможем скоординировать эти аварии? Это невозможно. Может быть. Но либо так, либо вы останетесь здесь и кончите, как доктор Шевченко. Его ведь убили, да? Он постоянно их провоцировал. Строил безумные планы побега. Теперь нас изолировали друг от друга. Хорошо, мистер Дженсен. Я с вами. Необходимо отключить систему GPL-слежения. Я знаю, что доктор Шевченко работал над чем-то. Да, над вирусом. Мы все считали, что это слишком рискованно, учитывая, что нам некуда идти. Но у меня программы нет. Спросите у Ния или Деклана. Доктор Кос, тот биочип создан на основе исследований Шериф Индастрис? Да, видимо. Сначала мне казалось, что это просто параллельные исследования, но я достаточно давно работаю с доктором Рит и могу узнать ее работу. Кроме того, мне приходилось работать над схожим проектом в Детройте. И ваши знания здесь оказались бесценными? До некоторой степени. Возможно, благодаря этому мы живы, но сейчас, когда доктор Шевченко... Видимо, теперь нас есть кем заменить. За исключением доктора Рид. Почему вы так решили? Это скорее предчувствие. В Детройте мы все понимали, что стоим на пороге великого открытия. А здесь... Как сказать, ее исследования почему-то считаются наиболее важными. Возможно, поэтому ее держат в охраняемой зоне. Возможно, я просто радуюсь, что мы вернемся домой. Даже
не верится. Деклан, конечно. Доктор Кос, вы не знаете, где его держат? Возможно. Мне удалось подслушать разговор охранников. Возможно, он находится в подвале лаборатории биомеханики. Но точно сказать не могу. Хорошо. Оставайтесь на месте, доктор Кос. Когда почувствуете вибрацию в GPL, приступайте к инсценировке аварии. Это и будет ваш сигнал. Я так и сделаю. Удачи, мистер Дженсен. И поторопитесь. Ooh!